На столах бумага, клей, конфеты, в руках ножницы, а в воздухе витает новогоднее настроение. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» химчане встретились с мастером на все руки Дмитрием Фадеевым, который рассказал и показал участникам встречи, как сделать оригинальное и новогоднее украшение. Делаем вот этот узелочек на самом конце. И у нас должна получиться моделька такая для переноски или для подвески. Среди участников – горожане, кто постоянно посещает мастер-классы. Например, Наталья уже в четвертый раз проводит время с пользой. Так старалась сегодня, очень, прямо старалась. Так, это я подарю своему любимому мужу на Новый год. Скажу, что сделал своими руками. Ты уходишь с мастер-класса просто окрыленный и такой радостный. И как-то прям как-то действительно интересно жить в Химках. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и при поддержке администрации. Количество мастер-классов уже достигло 1500. А ближайших можно узнать из газеты «Химкинские новости». Постоянно какие-то новости в ней появляются. Так же самое, только о том здесь сказано, да, то есть очень много моментов, я думаю, если ты это увидите, не стесняйтесь взять, почитать, потому что новости достаточно интересные. Раз в неделю выходит афиша в ней, как раз вы можете узнавать про наши мероприятия, которые устраиваются для вас. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.